Вегетарианство. Так, Александр Фролов. Благодарю за видео, Петрович. Если, а если живешь в Сибири, зимой холодно, нужен жир, а у тебя гепатит С, не могли бы вы озвучить этот вопрос? Ведь сейчас повальное количество людей с проблемной печенью. У нас проблемная печень, гепатит С. И это не значит, что гепатит С и все. Значит, и гепатит С, если человек начинает самостоятельно искать там рецепты, а не общепринятое лечение. Общепринятое лечение кому-то помогает, кому-то не помогает. Если оно вам не помогает, значит, ищите что-то свое, чтобы вам помогло. Многие избавляются от этого гепатита С и пожалуйста, живут как ни в чем дальше. Вот мой вопрос. Если вам не помогло то лечение, которое вам прописал доктор, ищите сами. Это не значит, что надо опускать руку. Опустили, и все, вы пропали. Спасибо вам, жду ваши циклы на протяжении долгих лет, пользуюсь вашими трудами. Дай вам Бог здоровья. Спасибо, Елена. Так, спасибо, коротко, четко, ясно. Я хотела вам задать вопрос. Ко мне, когда приходит соседка или некоторые люди, начинают сильно зевать аж до слез. Я думаю, кто у кого энергию забирает или очищается они понемногу. Или очищаются они, не могу понять. Ответьте, пожалуйста, благодарю. Значит, смотрите, что. Это совершенно иная тема. Если человек зевает, это говорит, что из него выходят бесы. Попробуйте прочитать про себя молитву «Отче наш» и понаблюдать за собой. Попробуйте прочитать «Отче наш» молитву в окружении ближайшем, вот к вам человек прошел и так далее. Будет ли он зевать или нет? Через зевоту выходят вот эти вот существа тонкого мира. В некоторых случаях они не выносят энергетику человека, который занимается такими хорошими делами. А в других они не выносят молитву. Достаточно эту молитву про себя прочитать, они ее услышат. Так что уж извините, это совсем иная тема. Далекая от питания.